Значит, все кончено? Я одна. Не совсем, мисс Хан. Джарвис, ты сможешь не дать этой штуке упасть? На какое-то время, да. Рада это слышать. Без доказательств рассчитывать не на что. Но я же не могу просто сдаться. Не может быть, что это конец. Джарвис, почему не открывается? Простите, мисс Хан. Аварийная блокировка не снята. Без помощи мистера Старка я не могу восстановить питание. Не верится, что я тут совсем одна. Это Фил Шелдон. Я веду прямой эфир из Манхэттена. Сегодня мы едва не стали свидетелями ужасной трагедии, повторения которой страшились Ого. Все эти 5 лет. Даже ребята из щита ушли. Наверное, решили, что Халк тут все разнесет. Удалось предотвратить масштабную катастрофу, не уступающую Дню Мстителей. Если бы не решительные действия службы безопасности, Химера бесспорно рухнула бы на Манхэттен, вызвав в этом густонаселенном районе неописуемые разрушения. Сомнений нет, Мстители действительно вернулись, но их цели остаются неясными, а методы, как и прежде, вызывают глубокое беспокойство. Подавляющее большинство американцев сегодня ложится спать, в тревоге гадая, где же в следующий раз объявятся эти некогда могучие герои. Что им нужно? И какие именно разрушения они могут оставить после себя? Джарвис, есть запись допроса Моники? Конечно, мисс. Она доступна в помещении, смежном с комнатой для допросов. Позвольте спросить, мисс Хан, что вы надеетесь найти на записи допроса? Не знаю. Не могу сидеть сложа руки. А вдруг она проговорилась? Без обид, Джарвис. Просто хочется, чтобы тут был еще человек. Понимаю, мисс Хан. Запись с допросом. Здесь должна быть зацепка. Дай угадаю. Планируете сенсацию на презентации адаптоидов? Ну же, Моника, дай подсказку. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Адаптоидом быть, Брюс. Спасение мира требует жертв. Бесполезно. Вот бы поговорить с папой. Звоню Юсуфу Хану. Нет, 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 Джарвис, я не в этом. Алло? Бета, это ты? О, Камала, если это ты, я очень скучаю. Я не злюсь, просто хочу, чтобы ты вернулась. Прости. Зря я велел тебе скрывать свои силы. Ты сейчас запуталась. Может быть, напугана. Главное, обязательно всегда будь верна себе. Я люблю тебя. И я тебя. Адаптоидом быть, Брюс! Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь.
Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Обыщи всю землю. Обыщи всю землю. Обыщи всю землю. Ну, конечно. Она про спутник. Спутник. Мстители, если вы слышите, кажется, я нашла зацепку. Да, я знаю, что облажалась. Я так хотела винить Аим в Дне Мстителей, что ничего не замечала. Но, наверное, у Кэпа были причины так поступить. Я знаю. Люди... Люди верят в Мстителей. Не только потому, что у них есть... суперсилы, а потому что, несмотря на все сложности, на все ваши разногласия, вы всегда вместе. Вы так и не поняли? Ваша главная сила в том, что вы разные. Я была просто чудачкой из Джерси, неудачницей. Но вы увидели меня настоящую. Приняли меня. Злодей, грозящий миру, по-прежнему на свободе. Но мы его остановим. Важно не быть хорошим. А поступать хорошо. Понимаю. Ветер, глаза сушит. Знаешь, я не умею. Мне жаль, что... И мне. Ну ладно, да. Так что там про зацепку? А, это запись беседы. Слушайте. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Ага. Моника права. Она не на земле. Я не врубаюсь. Но когда меня схватили, я подслушала спор Моники и Тарлтона. Потом Тарлтон вышел, а Моника вывела координаты спутника под названием Амброзия. Амброзия? Щит проводили там биологические исследования. А им, наверное, потом захватило его. Отличное место, чтобы ставить эксперименты над нелюдьми, да? Если нужно изучить нелюдей на молекулярном уровне, как раз нужно место с нулевой гравитацией. Ты молодец. Итак, мы знаем, куда нам надо попасть. Надо только придумать, как. Вы о проекте «Звездное ускорение», сэр? Вы отказались от него из-за недостаточной мощности вспомогательных двигателей. Да, да, не грузи нас подробностями. Но тогда у меня не было связи с мистером Муравьишкой. Джарвис, позвони Пиму. Нам надо добраться до космической лаборатории. Только он может нам помочь.